подножью памятника сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах, от правительства Республики Хакасия и всех жителей нашей республики возлагается гирлянда, как символ нашей общей памяти о погибших. Цветы к мемориальной плите и памятнику возлагают глава Республики Хакасия, председатель правительства Республики Хакасия Виктор Михайлович Зимин, председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Николаевич Штыгашев, главный федеральный инспектор в Республике Хакасия, полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Владимирович Холодов, представитель Абаканской епархии, глава города Абакана Николай Генрихович Булакин и другие официальные лица. Церемонию возложения цветов к памятнику и мемориальной плите продолжают родные и близкие погибших военнослужащих. Помним и скорбим вместе с вами. Цветы возлагают ветераны боевых действий,